нужно, чтобы закрыли. Да не, мы могли, в принципе, ее убить, если бы там на деве не падали, как идиоты. А, ну еще дело, да. Ну и не сидели там. И нет, да, не прыгали, не крутились там всякое. Зато я вот сегодня, клип скинули, я пересмотрел, прям усыкнулся, пиздец, звук клипов. Потом пошел дальше стрим смотреть, как мы боссов пулили, и трэш пока чистили. Вот я усыкался, сидел. Лучше всякого комедийного какого-нибудь сериала, фильма или еще что-нибудь. Он, кстати, насчет фильма говорит. Давай, что там насчет фильма? Я танчу, я одну кнопку нажимаю, заебал. Что за фильм? О, пока заморожили, 3 икса. А, не, я вчера смотрел. Или сегодня. Не, вчера получается, да. Было бы эпично, если бы было сначала 3 икса, а потом 4, да. За каждую ходку новый икс нарисовывают. Don't Look Up смотрел. Ебать, не пиздатый. Понял. Где это ЧСВшка? Еще Борланда нет. В любом случае. Можно просто сейчас в Ульду пойти? Не. Че нет? Да не. Не, ну если они не придут, то пойдем. Как умираю. Вот играешь? Бля, я придумал. Мне надо, короче, это, пойти вырезать дорожку. И вдохнуть ее. Саундборд скачать, вырезать дорожку и на это, на реактивный прыжок бит сделать. Когда я нажимал, вот это было. Хиба будет. Куда ограниченное количество человек об этом вылезло. Все же классно. Нет, там по-другому было. Я уже забыл, как было, надо пойти пересмотреть. Так, где? Самая боссовая способность у этих мобов. Лол, пойду посмотрю. Кимба. Открываем. Ресните, пожалуйста. Мне дольше бежать. Так, чё, на кого идем? Пока к опере идем. На самом деле я бы уже шел в этот Ульду. Нахуй. Я вообще истерик. Бля, я почти ДК до 80-го докачал. Да еще раз посмотрю. В смысле почти, а как может ДК не докачать? Времени не хватило? Или квесты закончились? Да там 2 уровня всего лишь. Ты же еще цепочку не закончил? Чего? Цепочку еще ж не закончил? Какую? Ну, ДК. Ну, блять, я уже оттуда вышел. Как? В смысле, там же опыта под банкой, наверное, до этого. Ты ж оттуда 80-м выходишь. Ну вот я хуй знает, как так вышло. Нет, там 80-м под этими, под всякими, типа... Ну, ты под бафом выходного дня, допустим. Да. Значит, где-то ошибся у нас молодой человек. Правильно понимаю? Возможно. Пойду еще кек пересмотрю. Здорово, парни. Здорово. Ну что, да? Мы лайпаемся на трэше. Да, хилы бездари. Можно, кстати, стерять скелет. Пиздец. Попробуй погонять их в эфире. Нормально будет. Я сначала, пока смотрел, сначала выпал от того, что когда Яшу начал смеяться, прям вообще в конец выпал.
когда он начал смеяться. Потом на паузу поставил, проржался, с вами поговорил, потом опять запустил и уже после начал ржать. В следующий момент, когда я уже заржал. Слушай, ну то, что вчера не пошли в ВК, это, в принципе, я думаю, нормально было, блять. Я смотрел их стрим, что у них там творился, это пиздец. Ну а где стрим там? Там же, ну, кто стримил там? Именно в Дискорде, который? Да, да, да. Я вчера веселыми вещами занимался. Нет, они ВК, блядь, 25 еще не закрыли. Кто? Второй рейд. Там Кирилл, блядь, как всегда бомбил, пиздец. А нас, походу, так и не нашли. Они блокеры пошли в маги, геры, грул маги. Когда, сегодня? Ну. Не, я про свою. Ну, он воет, может, он прям убивает блокер тебе на раз. У него КД уже. Классно. Ему понравилось, наверное. Да, Вой, тебе понравилось что? Конечно. В яшем ху... Да, у него КД. Ну, вон, они на понедельник оно бы поставили, наверное, кто-то придет. Лол, блядь. Там не похуй. Чё? Я и сегодня не хотел. Заебали. Пойду вон в этот... В четверг вроде у меня выходной будет, пойду статиком первым. Тебя возьму туда? Да. Или ты просто им долгоноклин конёшь такой, типа, берись? Да там это постоянно, типа, второй шаман Ршам, типа, не приходит что-то. Не может. Тоже, кстати, с Украины, там, повестка ему уже вроде пришла. Там Элема спекают в Варшаму, а меня в Лев. Там пиздец. Там весь состав ТТГ, походу, в РЛ уходит. Катится. Ну, вчера, кстати, мало людей было. У вас, по идее, даже не лагало. А вот что вы меня позвали. Локов еще не было. Вам самонуть надо было. Я чилил. Кайфом. По мне, блядь, я привык часа в 2-3 дня вставать. А завтра надо в 7 встать. Сегодня решил пораньше. Вчера тоже. Еще каким-то фриком идти. Вонючим. Фу. Препод фрик. Фу, блядь. Так, а Яша тут? А чё Яша? Нахуй нам Яша? На Хисера зайти. А Хисера чё? Хисера фрик, он в лол начал обкатку выбычить. Пусть выйдет. Да. У него сейчас 5 минута, и он ещё минимум минут 10 будет играть. А как максимум ещё вот это минут 25. Хуя ты, ребята, блин. Ну, фрик. Ну чё, мне заходить или нет? Вообще, да. Может, раз пришли почистим. А может, не будем попытки тратить? Тратить попытки. В чем див? Ну, Ури уйдет. Нет, я к тому, что почему вайпаться то будем? Не, ну мало ли. Ну типа, не сыгранный состав будет. А, Яша и Борлов, да, сейчас заходит? Да. Помнишь, не сыграл. Знали тебя, да, типа похуй. Да я рофлю. Че мы будем стоять, типа кого-то ждать? Да это рофлы, брат, ури, попытки. У нас лимит просто на вайп есть. Это правда, кстати. Так а че, Яша отыграет хуже, чем этот, чем рофлю? Да ёб твою мать. Ты говоришь, что я рофлю. Тут тяжелые мемы какие-то. Каждой шутке. Лишь доля шутки. Доля мамы. А доля вообще сверху сидит, если чё. Это не в лоб играет. Он не в шут.
А вот это тоже есть лимит на вайп, что ли? А, это те. А, это вот та самая тема про пропущенные РТ, типа, да? Про что вчера говорил. Давай опять еще там кто. Вообще ассисты еще надо. Не, ну ты, конечно, удумал. Да хватит ферять его. Ассисты дал. Ой, ветра кидать. Так, что там по пати теперь? Ты сюда. Сюда, ты сюда. Даже не так. Делаем даже вот так. Что там опера, да? Да? Сейчас билдик. У меня, кстати, всего 5 рыбок. Это лимит вайпов. У меня 8 есть. Да же Яша этот на хищере. А он не может, наверное, ставить. Если не подтянуть. Может. Может. Хавать рыбу. Бля, идеально нашел картинку для Хисеры на этот мистерию. Что-то там какого-нибудь балбеса на поставил. Чекай, давай. Я, у меня не груз. Он загрузил. Волк? Ну, наверное, я собаку не нашел. Ищи. Черепаху можно ёбнуть. Каски бафните, лапку. А, вон, гиена, гиена, гиену ставь. Вон, левее, или хрика. Вон, слева столбец. Под вебрем. О, вот это нормально. Мне хрюндель не нравится, Серая рыба, чоколадь, рыба, борланд, рыба. Че ж, ёлка. Секундочку, я не страдал. Так. Все, бахайте фласки. Ну и погнали. Давайте по-быстрому. Наверное. Пойдем сегодня что-то, БК. Да, да. Так, что у нас тут? Можно флягу, кстати, первого босса. Там он вроде вообще яичный. Никита. Что? Ты не представляешь, как вы с Долей только что трахнули игру. Хорош. Так, кто там просил? Не, не отвлекай, пожалуйста, сейчас. Мы так, давайте, ладно, потом. Я запускаю. Давай, давай. Чё, баланс? А, потом. Так, вы как и мы, типа, ну, я сюда становлюсь, или у меня с другой стороны? Сейчас я скажу. Сюда? Да. А, все, я не туда. Поращиваться. Я не желаю обезьяны. Ну, вот так, типа, да? Или как? Ну, да, так все. Тут... На первого там Т4, да. Только смотри, у нас на третьей взлетке у нас хпал взлетает. Тебя хилить некому будет. На третьей взлетке чуть больше своего фады. Ну там айсбаунд есть, но я не хотел. Ну, айсбаунд еще плюс что-нибудь, тринкет какой-нибудь. Нет, там айсбаунд достаточно. Ну, я. Там прикол не в том, что типа тебя взлетка убьет, а в том, что тебя потом убьет мусором и вот этим говном тебя не хилить никому. Ладно, хорошо, время. У нас два хила. Да я тут сейчас не буду отвлекаться, на всякое говнище, и мне похуй, я сейчас буду бегать от этого сияния, так что пиздец. Я тебя предупредил, у нас хапало на второй взлетке, правда? Не на третьей. 5 секунд.
Так, White Fury мне надо хаку, блин. Ори. Не здесь. Сера. Надо хаку, надо White Fury. Мне, она мне не надо. Надо хаку. Хорошую. Блю, хаку заберешь, а то, что блю сейчас поставил. Как заберешь? Блю дальний заберешь. Я вот тот, что тут по центру стоит. Скоро... А, мне прилетел. А если от дивного умираешь? Рису? Нет, пока... А, ну, дай БР, но не вставай. Сейчас каст будет. Каст. После каста. Заходим. Нашли. Сейчас стой. Сынки не хочешь скинуть? Я скину. Скиньте потом Steam Plus. Угу. Что-то было включить. Заходи. Синг, я ближний к себе забираю. Да. Там 3 слепящих подряд в ругу. 4 слепящих подряд в ругу. Где-то у нас рода ветерков. У меня еще ведь много. А, мне вынес. А, блядь, еще мне летит. Какой сейчас на другой стороне возьмешь? А, есть. Это там каст. Каст, 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 каст. Вы заходи, 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 заходи. Чего? Вот тебе заходи, причем под кровью зашел, блять. На тебе еще щит был сверху. Ну и под кровью, блять. Не нужен музыка. СС есть, не вставайте с нами. Ой, не вставайте, у нас резня. Ладно. Бля, надо было этот БР оставить, может. Это фуловый был, я не знаю. Ну, фуловый, я даже под кровью умер. Фуловый щит и кровь. Ну, типа, сколько у тебя там хп было? 80? Ну, хуй знает. 90 тысяч? Ты пробил, ну, что это, типа? 6,5 умножить на 6, типа? Сколько? Ну, словом, 1040 от мусора. Ну, реально, кстати, тебя убило на... Нормально. 85 тысяч хп было, кстати. Ну, ты же видишь, сам кровь была. Ну, там не надо было заходить там. Я не знаю, зачем ты просишь. Ну так ты фуловый и под щитом, типа, ну, ну еще да, кровь нажал. Ну да, как раз-таки в эту секунду, это не надо было сказать. И типа, я что, знал, что? Да вот видишь, я типа... Мне казалось, что не шотник. Ну давайте, райд. Когда... Этот, когда не райдишь вообще, до пизды. Такой, ну... Выходишь. Ладно, сам тогда решай, короче. Да, ну я буду сам решать. Че, получается, зерон изруинил? Ну, получается. Получается, ну, как обычно. Я не знаю, ну, что у вас какие-то проблемы на эмоции. Вы вообще без паники все красиво делаете. Не знаю, что у вас там. Че, за сколько ты там умер, барон? 0.7, да. Ну, это было под кровью. Под кровью и под щитом. Да, типа, это станет. Далеко до рекварда еще.
Ну, БМ я не забавил. Раз не сбил, успел. Нахуй знает, кстати. Мабам. Стараюсь как-то таймить. А, глю, что там? Маны не было? Да, ману резу еще. Пока эти 49 тысяч, блядь, ресанешь. Два маны. А, у вас реслин с сакрой, да? Точнее, не сакрой, а... Ну, без сакры, да? В смысле, без сакры? Без массакры, либо. Ну, ладно, пофиг. Ну, просто на этот билд, на этого босса, типа, паладинчик делает билд. Да, понятное дело. Ну, он вроде был сакра, но что-то забыл. Что-то. Без разницы, но все, он на второй только жмет сакру. Поменял. Ну, вот я на второй как раз прожал. А, нет, он на третий жмет. Подожди, как у вас глю на второй не летит, и реслин на второй не летит? На третий жмет сакру. А реслин жмет бабл и сакру? Нет, тогда этот, святая сакру сделали. Ну, это... Вот, говно. Ну, типа, он просто две кнопочки у меня дает, и там, как бы, айсбаунда даже не надо. Рассин только на второй летает. Ну, типа, третий он баблит, правильно? С массакром. Да. Ну, все. Получается, Рассин вагон? Получается так. Так что ты летишь? Твой пэт вагон, блядь. За что? Я вот два раза... Призывал даже. Рассин, алло. Прям. Спасибо. Сакробилд. Ничего не делать. Где он? Тин, получается, вкачивает этого на двоечку. Не работает. Чего? Ну, то есть ты рейсничек не дашь на третий. Дашь, все, он спекнулся. Единичку работает, а двоечка нет. Тогда я не... Разницы нет. Единичка, что двоечка. Одинаково пропустить. Лучше дай, опять же, потому что тебя хилить не будет. Да там все нормально. У нас же кнопочка. Я в любом случае, даже если на двоечку, я бы столько не захилил, если бы она нормально пропустила. Мупета, блядь, пару тысяч остается, пока все. Там будет Фьюри, надо бы сальвочку скидывать периодически. А уешит еще по этой. По Гале. Да, на нее похуй. Она мне рога эйра это, блять. Лапка есть, я не вижу. Есть. Ты все равно закинь стрим, плюс. Че надо закинуть? Стрим. Я уже. На Галю можешь вообще огромный держать, похуй же. Я запустил. Они бьют. Ну, все равно. Но он вроде должен работать. Да не, но она всегда. Она в основном всегда на мне. Я могу в 10 поставить. Игру, на ней не надо набирать вообще. А ты че строй? Может ничего не делать. Ну, отлично. Текс. Ничего, сейчас мы еще пару раз вайпнемся, у нас Ури отлетит до дороги, будем чилить. Понял. Так, мне надо, вот Фьюри надо, шоколад надо. Шоколад вынес. Мне надо, и вот Фьюри надо. Так, надо вот Фьюри. Ну, мы стоим, потравим. Все, нормально. Все, к своим ветеркам идите. Скоро каст будет. Каст.
Мой вот Фьюри помощник стоит и бьет его. Может так? Ну, бля, ебанутый ветерочек. Сори. Лё, милики, прям, цепки выносить. Так, у Вейтфири, короче, там три ветерка. Если чё, этот чоколад, заберешь вот тот, что у Синга стоит. Синг зайдешь туда внутрь к Вейтфьюри, Вейтфьюри там же возьмешь, а там, где Хаку, я возьму. А, ну ладно, мне вынесли, все. Вы там, короче, типа все эти кастеры, я они там посмотрели. Я автотемов собираю свой. А вот Синг. Я вот это заберу. Там сколько каз будет? Каз будет сейчас, Макс. Каз. Да, каз. Пошли. Вот Фира прохил. Блять, я чуть не успел. Сука. Камня нет. Никогда еще. СС не было? Не было. Станем много. Уже не добьем. Он скоро каст. Вот сейчас дивное последнее будет, там еще пару стрел и каст. Каст. Пошли. Я тебе говорил нажимать, типа. Да я нажал, изваунт, нажал. Ну поздно сам нажал, тебе надо было сразу. Да, ну так некому прохиливать, нет. Типа. Я говорил, что у нас не хилят на этой фазе. Да тебе надо больше всего ужать. А, вставайте. Вот, матрес у нас. Или у вас есть? У вас есть матрес? Там, КД. Да там. Пошли, добежим. Матреса нету, дебаф. Ну так толку-то? Ури не взлетел? Ури не взлетел, да. Вот Фьюри на себя моба одного сагрил. Да вой там Фьюри того ешка, типа я не понимаю, я с ним срываю, блять, он обратно. А ты зубы сливаешь на вторую или как? Я потом тебе даю зубы. А тебе зубы даю, ну типа, после третьей взлетки, когда тебе начинают голову ломать. Я бы тут лучше из баунта ставил. Если бы ты мне дал зубы. Ну так как наоборот лучше из баунта дать до взлетки, чтобы мы в ветерки заходили, меньше дамажа получали. Ладно, давай. Давай, я сдам пора. А зубы... То же самое, что и весь баунт по оценке. Бля, нам не серьезно, 2.4, блядь. Не, то, что мне есть? А, не, меня не надо. Нормально. Да, будет. Рыбу только поставьте с той стороны. Ставил рыбу, ешь.
Да чё, это рыбу я поставил, ты думаешь, она есть будет? Слушай, а если я ему на третьей взлетке дам каплю, и чё 50% все прожму? Не, ну, ладно, летишь. Ты умрёшь. А чё, а зачем он летает на второй, напомните мне, пожалуйста. Точнее, не летает на второй. Ну, я просто прожимаю bubble sack. Не-не-не-не-не-не-не, вопрос почему? Ну, бля, я хз, мне так сказать. Ну, просто на второй не бьет так сильно, как на третий, как бы. На третий плюс еще три моба, как бы. Ну, ладно, типа, мое наблюдение. Ну, ты не найдешь, он третий плюс бьет. Как бы... Ну, потому что плюс три моба дополнительно. Ты уже, как пацанчик, ты уже один раз поспорил, как бы... Я да. Не спорю, я не спрашиваю. Посмотришь, у тебя вообще... Он как бы этого не любит, он такой... Шибанут немного. Не, в этом есть смысл, но... Ну, типа, да, привыкнуть. Просто на второй фазе, допустим, когда, ну, кто сейф нажмет, а у я? На второй? Зачем там сейф? Ну, чтобы стрелой слепящий, допустим, не убил кого-нибудь. Никита, да кика его, что ты бы... Да пох, не знаю. Ему уже раз сказали, Ринда выводить, он, блядь, вы это... Не, это не тот, это не того. Или не тот, я не знаю. Не того, ты не видишь. Ринда вывел нужный человек. Другой. Всем хочется пройти Аноба с первого раза. А оперу не хочется? Да оперу уже проходили с первого раза. Опера, да, интересная, ее хочется дольше. А, ну, проходи. Оперу с первого раза почти прошли, я зеру на заруинил. Так что... 5 секунд. Вот Фьюри надо, Хаку надо. Хаку надо. Ну что, у всех все есть? Блядь, Чоколад, выйди из этих из говна, я не могу тебя щипать. Сейчас будем расстать. Слушай, Арисин, можешь подлететь, короче? Вот, Арисин, Арисин, взлети. Взлети на какой-нибудь реке. Там углю есть ветер. Быстрее. Мобов собрать. Он на вот Фьюри, наверное, побежал. Мне еще... А, мне ведь не надо. Так, я сейчас также прожимаю Bubble Sacro. Да-да. Не, ну хотя вообще, в принципе, можешь подлететь там, в принципе, ветер. Ну, подлететь, давай попробуем много. Подлететь. Ветров много у всех. Еще в эфир надо. Он бы вышел. Каст. Пошли. Прессу? Да-да.
Блять. Да заебали меня уже этими ветерками. Еще один ксен. Да блять! Заебись. Рахильд Борланда. Я пытаюсь. Блять, я второй раз ветерки, охуенно. А что там было, бля? Видимо, меня 24 миллиона. Как будто ветерками заспамило, бля, просто. Ну, не зажимайся там. Я понял. Да все уже было прожато, ты чё, куда? Даже мы зажимайся, он сказал. Я говорю, не зажимайся. Ну, бля, понимаешь, тоже не зажимайся. Я, если перестаю хилить хотя бы секунду на 2, на 3, все, блядь, Борланд просто упадет. Пока тебя откидывает, типа, ну, за. Так ты скажи, что, ну, типа, там, тебя ветерок пусть похилит, там, шаманчик. Да, это... да, скажи, чтобы похилили, блядь. Реслин даст флешку, я кастану быструю, и этот шаман кастанет быструю. Хоть что-то поднимем ему, блядь. У нас же без тебя проходили босса 10%. Вам я нужен или Яша там гений? Ну, Яша спрашиваю. Вообще, типа, если этот, мы еще пару раз повайпаемся, то Ури откиснет, и ты нам нужен будешь. А, понял. А, присуманите тогда, если... Так а чё Ури откиснет, у него же ещё нормально по времени. Ты... А по менталке нет? По менталке нет. Слабенький парень. Ладно, я пока покушать отойду всё равно. Раз я не нужен. Иди, иди, я кружку заберу. Какую кружку? Соперы. Ой, или эту, как ее, блядь? Так у него есть она. Тебя мусор убил на взлетке или когда это у тебя? Катюка заберу. Кого? Ты мне? Синга? Синга не мусор убил. А, ну ладно, но мусор у него прилетел один. Попадал, да. Я в мобов шефе даю. Слепящая там просто убила, не повезло немножко. Хуй знает, все на мне. У тебя две слепящих подряд летело. Ну, типа, если бы две слепящих не было, все нормально. Не повезло просто. Один кушай, мне вкинул. Это тот типа моб, который вышел и сразу меня в таргет взял и плюнул меня. Ну, я просто к чему, против. Типа... Ну, у нас просто этот... Кирюха всегда давал шефе под двоих вот этих мобов, которые выходят. У нас то же самое делается. А, ну, да. Я даю по них. Ну да, все тут нормально. О. Хаку? Я запускаю. Может еще тайфун давать моба? Да не, мы нормально там пофиряем. Ну сразу всем кажется будет. Сегодня такой в театре расклад. Старая сказка на новый лад. Старая ведьма. Тяжелый случай, но есть и другая, ничем не лучше. Шмыхли засунула хозяна в клетке. Но скоро злодейки болтаться на ветке. Победишь нас, получишь вдукер. Об этом наша пьеса злюкер. Я еще может сдох, потому что я меток не видел. Как бы мошками съел. Смотрел, куда миленькие метки поставили. Плохо видно. Всем хочется летать. Слушай, а ты правда думаешь, что волшебник вернет мне нормальный цвет? Конечно. Хотя это зеленое платье тебе к лицу. О, к нам, друзья, это макрос на косноязычие. Не, короче, жми на вторую тоже этот. Жми, короче, сакру тоже на вторую. Жопу. Типа, броняем людей. За то, что думаешь, от слепящих убивает. Пул.
Эх, мне плечо. Здорово. Привет. Ну ты из чего сингл заберешь? Ну там два. Если... Короче, от тебя... или... Сейчас, White Fury еще нету ветра. А, каст, заходи. Каст, 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 каст. White Fury, забери мой, забери мой, забери мой быстрее. Что-то каст раньше пошел, не? Ну... Да не, вроде нормально. Не очень-то хорошо. Пробуем. Да я его заберу. Ой, я сейчас что-то надо. Каст, 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 зашли. Там надо Боронду поднять. Он дальний. Ну-ка, скоро. Ник, это напротив себя забирает? Да, 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 прям персон возьмем. Бля, еще один. Бля. Блядь, сука. Ну, я после каста дежурстан. Раз, 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 зашли. Мы добьем после? Ну, можем пока еще. Верну могу. Еще шанс есть. Начинай чехер. Тихо. Так, все, он остался. Поставим ему. Дал, дал зубы. Вон бомжей, да? Просто ману закончил. Гим, гим, давай. Теряйте пока, да. Он скоро взорвет, еще там был. Если руки в Борланде, да что? Он бы вышел. Каст, 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 каст. Пошли. Нечего нажать нужно. Не знаю. Думай что-нибудь. Нажал. Я руки сейчас дал. Хаку, давай. Да ебаный ветер, блять. Да он уже должен. Четвертый, четвертый. Я что-то не понял. Чего себя от звездки-то откисли? Лё, прям. Ну я в два ветра зашел, ни один не подкинул мне. Три чела от звездки сдохло, четыре. Но слепящая стрела 22к с половиной. А у тебя слепящая? Ну.
быстро 3%. А, го, без хуйни, короче. Убьем сейчас босс. Че мы сидим, блядь? Че, Ури от взлетки умер уже, да, вроде? Он не взлетал, по-моему. Не знаю, чего не взлетал. Под ШВ, по-моему. А, или ты в него молитвы, поэтому он выжил, не взлетел. А потом его просто ветерок зашел и умер. Войд вначале умер, и все. Понял? Эбуса не хватило. Ну вот тоже надо было на другую сторону ему перебежать, там куча ветерков было. Какой шкаф поставил? Ну супер ебаный оперный танк. Чё такое, Ури? Ну ты тоже умер, типа. Ну я зашел в вихрь, он не прокнул. Я получил пол урон от вихря, каким-то образом выжил, зашел в другой вихрь, сдох. Очень удобно. Да короче, когда слишком после первой взлетки ветерки остаются, их надо просто, блядь, разминировать, чтобы люди, блядь, не путались. Не надо ничего разминировать. Взлетка баган и ветер появляются только если еще один газ взлетает. Ветра. Кого наверху? Рыбу еще поставлю. Ну там 500 тысяч добили, типа. 400 там даже. 500к. Много кто мог лучше сыграть. Например, сын, блядь, на Ури, который сдох, а парень куча бездарная, нахуй. И чтоб ты, нахуй, повесился, нахуй, на крышу дома своего, обосрали даун. Просто возьми, взлети, да нормально. Но почему ты умираешь, тварь, не можешь даже... Вот если бы он, допустим, кнопки даже лучше жал, он бы эти 500к еще до своей смерти бы надамажил. Но он же бездарь, он же не умеет по-другому играть вообще никак, то есть... Как он меня не слышит? А получится кудели-то. Что жопа? Изи. Вообще виноват барон. Я все барон. Что это, блядь, было такое? Вообще виноваты хилы, которые не могут его оставить живых после третьей. Как рыбу? Полетки. Как рыбу поешь? Спускать? Нет, подожди, сейчас поест хак. Ну какая третья, там уже четвертая была. Ну, четвертый. Блять, до этого он дох на после третьей. Все, заебали. Блять, жалко, у меня нету тут детейлси пудов этого босса. Адекватно. Смотря сколько раз Ури сдох. Правда, он меня все равно не услышит, но все же. Ему утвердиться чисто. СС, если что, есть в эфире. Ну, я это и Коля. Подлетели бы на самом деле хотя бы еще два ДДшника на ветре, мы бы добили. Вот тут вот, где Ури стоял, вот тут раз ветер был, и второй. Я зашел в один, не деп, ну, не подкинул. Зашел во второй, тоже не подкинул. Видишь, где я стоял? А тут было 4 ветра. Я знаю, у меня вот был, типа, я знал, что вот в этот ветер я зайду на взлет. Он не подкинул, пошел к другому, тоже не подкинул. Я вот про это... Давайте соберитесь, даже этот лучше зашел. По-моему, вышел, нет? Дальше уже вышел. Пул. Сейчас.
Так, вроде хаку надо только ветер. У всех есть? Там... Тут. Лёд. Надо будет фьюри мне. Мне не надо будет фьюри. Это хаку. Ну, типа. Тут два ветра. Вчера. У меня не в один. Они у меня в один, короче, сидели, не помню, что было. Да, все, у всех ветра есть. Пойду эфир фигану пущу. Я поддивная моба. Если нету, то к нам беги. Я вот ближний к себе от этого, от Войда, от Факта. Давай зубы там фиряйте. Дай богу и приступ. А бы выше. Вроде бы что. Сейчас позвертал каст на звук. На каст. Я опять испиздил, наверное. Пять эфиры там. Красиво. Айфон. Я уже давал кто-то. Говна поел. Чуть на энха? Да. Там энха можно реально заряженного собирать уже. Сколько шмота уже выпало реально. Когда будешь энхом топовым? Или там вроде Рислин хотел эту штуку? Так она говно на Рислин, вообще полная. Ну хайт. Фул говно вообще. 200-я тринка, блядь, зеркальце лучше. Рислин, тебя надо забирать? Я вроде пойду. Так, вот это мне штучка надо. Так, все, это никому, да? Тебе только. Че, там дохните к телепорту подходить? А я же Арислину упал эту башку. Че, гономал че? Бля, самый прикол, что ж ты собрал башку Дунсет, печенька есть на рестора, а Хаксков, блядь, Т4 обычных нет. ББ Хаку. Вот это прикол. Борлан, да, первым пустите. И кому еще надо токены прям на мейн спек? Хаку. Хаку, серый один, у Леона и слякоть, которого нет. Прыгайте, что такое, чувак. Стол навернулся тогда. Сейчас хотите. У слякоть вроде вообще мейн этот. Мейн анхолик, но. Войду мейби надо, не? Алло, гайс, тэпнитесь, пожалуйста, мой. Войду, у тебя сколько печенек? Две. А тебе сколько надо? Четыре, да? Ну, четыре.
А сыграйте по одной, ухуярите по двоим, блядь, я не могу агроном. Я там агроном брал, на другую свичнулся. Мужики, а вы тэпнуться не хотите мобов убить? Ёбаный в рот. Не хотим. Шоколад, ты... Дай не спал, пожалуйста. Я тут. Красава. Малыш. Хотел тебя заколить. Уже все. Ой, работает? Да, чекнул одну хуйню. Как пацаны из... А чё кружка на ретрика? Гадюха на ретрика, потому что каких-нибудь ауешь ты боссов, типа, и прикольно. Да не, она хуёво насакивается. Ну как говорил Кисера, это пол мусор вообще. Ретрику, наверное, сейчас это эти два этих лыка, да? Он сейчас пойдет этот хуярить. Спрофа такого. Слушай, кстати, странно, что в Вуду реально не видно этот, блядь, этот декурс. Надо подождать. Почему? Нужно добавить. Чё ты там Борлов говорил? Что я Борлов говорил? Я говорю, увидел, как Нед сейвил. Кого? Ну, блядь, ты кинул боёва, она такая элементарная тема, блядь. Кого бьют? Рислин уже, блядь, ты. Ну, типа, босса ебалом... На каком, какого босса? Ну что? Ну, типа, милики бьют в спину, вот так, там того момента, там, выйдет каст, это, порчу. Типа, микромоменте, который... В смысле, а атака ничего не в спину? Он разворачивается, что ли, типа? Он что-то разворачивается, когда этот, когда кидает каст. Прикольно, кстати. Можно так сделать. Я тоже фулл-тайм бил, типа, поворачивая танками в этот, в стенку. А вчера, ну, типа, не вчера, а когда... В среду, по-моему, хуярили. Я посмотрел. Да, действительно, как бы... Выбиваете этот трэш, да? Угу. У нас репофарм. Да, твинами залететь можно было. Жизнь. А чё, блядь, чё, 258 кольцо лишнее? Да, лишнее. Наверх не поднимешься? Это я Финн не... говорит. Куда? Надо. Ты мастерство себе не делаешь, да? И просто я не буду бить больше в порчу, и всё. Я там просто парихаст. Ну там порчу главное не бить, блин. Ладно, короче, из тебя шотнет, пойдешь в мастерку делать. Не давай мастер кивы. У нас хилы бездари, мы хилить много не любим. Да, кружка, блядь, 5% депоса по трэшу. Соло цель, так это там вообще пиздец, наверное. Уже 3%. Фиг нахуй будет. Это бесполезно, то есть. Ну, накатали, наверное, нормально. Насаждение, сколько у тебя рислина ебашило тебе? Процентов. Сожжение там вроде я смотрел, я не помню, десятки. Короче, Симпсоны окончательно распались сегодня. Взяли этого гема Симпсон. Сюда. Вторая лирика. Полностью развалились. На X4 эти гильдии вообще распадаются, это дальше. Ну, видишь, у Симсов большинство украинцев было, и там рейды по пизде пошли. Понятно. Ну, кстати, очень мало было.
Ну, типа, почти ничего не поменялось. Ну, мне интересно, тем лида сюда возьмут или нет. В чем? Ну, тем лида у них еще есть. Балдежно, это Алерик. И что тем лид у них играет? Ну, типа, фотография. Интересно. Возьмут или не возьмут. Так, чё тут по пати? Насколько я понимаю, там уже, блядь, релов, наверное, 5 поменялось. Или ГМов. А где он не скажет? Ну, вот нормально. Я сейчас за топорами ведет. За тем, что не падает. Сопрота все пять. Рыбу хавать я постоянно.